достала песочек. И я сейчас сначала такая, ну, тут есть, попадаются маленькие камушки, да? Я сначала думаю, о, пускай будут камушки, а потом вспомнила, что они могут затащить это вовнутрь, и не дай бог этот камушек где-нибудь застрянет. И поэтому я тут сижу и полностью перебираю песочек, прям каждый миллиметр. И все-все, даже самые мельчайшие камушки, все проверяю, чтобы не было никаких ни маленьких, никаких камушков. Чтобы был чистый песочек. И хочу его подсушить. Потому что он мокрый же, под дождем был вот это все. И потом попробую добавить. Уберу вот этот синий у них песок. Синий уберу. И добавлю вот этот песочек, который будет сухой. Сейчас я его полностью весь прошерстю. Прочищу, посмотрю, что чего-то как. Чтобы никаких ни камушков, ничего не было лишнего. И потом закину им. Посмотрим, как они отнесутся к этому песочку. Я знаю, что говорят, что лучше обычный песок не надо, но... Папа! Но посмотрим, попробуем. Пока я была на даче, так как там все время шли дожди, я решила посмотреть какой-нибудь сериальчик. И мой выбор пал на новый сериал, называется «Тень и кость». Первый сезон, я уже посмотрела все серии первого сезона. Теперь придется ждать второй сезон. Второй сезон будет. Это фэнтези, боевик, драма. В принципе, мне он даже очень понравился. Для тех, кто любит фэнтези, я думаю, зайдет. «Тень и кость». Знаете, что меня удивило? Что там очень много русских имен, очень много. Прям буквально все главные роли, все бессмертные и так далее русские имена. Ну, как Алина, я не знаю, русская это или нет, но второй главный герой его звали Александр. Если будет время, я советую посмотреть. Вот даже можно отзывы почитать, да, пишут. Хороший сериал, потрясающий сериал, 10 из 10, замечательный, рейтинг 10, отличный. То есть интересно было посмотреть и так далее. Отзывы тоже хорошие. Еще мне уже давным-давно советуют посмотреть сериал 2018 года. Это «Видоизмененный углерод». Два сезона этого сериала, тоже фантастика, триллер, драма. Все никак не могла сосредоточиться, и вот сейчас решила все-таки посмотреть его. Вот первую серию начала. Еще тоже недавно пересмотрела сериал «Сага клуба Винкс», тоже новый сериал, тоже Netflix. Очень тоже понравился. Тоже фэнтези. Я вообще люблю все, что фантастика, потому что там очень много нефантастических подсказок. И поэтому я люблю такое и читать, и смотреть. Очень понравился сериал, советую тоже посмотреть. Илья его тоже посмотрел, он говорит, более детский. Но, сказать честно, мне он даже больше понравился, чем «Тень и кость». 48,8, да? Угу. Сейчас покажу, сколько я нажрала. 124,6. Пока была на даче, морковка вся почернела. Поэтому я ее всю почистила. И сейчас ее на терке в пакетик положу. И буду просто в морозилку кидану. И когда нужно будет, буду доставать. Сейчас поставила там в духовке крылышки. Буду готовить борщ. Поставила вот здесь курица. С курицей. Картошка, свекла, капуста. Морковку сейчас натру. И лучок. Перетерла морковку. Целая куча. Сейчас добавлю, что надо. В суп. Тыдыщ. А остальное в пакетик. Так как капуста была никакая, я решила ее потушить. Сегодня куплю новый кочан. Свежий. Просто с лучком, с морковкой.
И томатную пасту ложечку добавила. Потушу капусточку. Борщ. Капуста тушеная. У нас сегодня капустный день. О-ля-ля. О, крылышки. Песочек высох. Но он стал таким, как деревянный. Неважно. Я его полностью через ситечко. Вот видите. Остается вот такой мелкий песочек. А вот здесь вот все. Вот сюда я высыпаю все, что не процеживается. А вот здесь вот остается прям такой мелкий-мелкий через ситечко песочек, чистенький. Вот что остается, такой более-менее, вот что-то крупное, да? И вот он, чистый песочек. Сейчас вышла, вытряхнула из мешка пылесоса, почистила пылесос. Сейчас выкину, пойду в магнит схожу. Что-то мне хочется мандаринчиков такое, фруктиков. Потому что на даче с фруктами сложно. Поэтому мне их очень хочется. Так, я хотела, знаете, что сказать? Что я так люблю после дачи приезжать домой. И уже все зелененькое. Травка, листочки, все деревья зелененькие. Как же красиво все-таки, когда есть зелень, да? Никогда все деревья лысые, пасмурно. А сегодня вообще солнышко. Классная погода. Я кофту одела. Очень классно на улице. Андрей пошел с Сережей гулять, а я иду в магазин. Столько детей гуляет. Очень много детей. Я так удачно встретила Серегу с Андреем. Блин, тут вообще минное поле. Тут какашка на какашке. Андрей у нас легких путей не ищет. Нельзя было кругом обойти. Да? Как раз сумки понесли. Ой, погодка вообще чудо, да, Сереж? Чудесная погодка. Ага, ты в футбол наигрался, да, набегался. Сходила я в магнит, быстрая распаковочка. Так, купила в магните, акция сейчас началась. Черики стоят по 64 рубля. Взяла две упаковки. Виноград 133 рубля. Огурчики 97 рублей. Мыло. Мыло. Что-то около 50 рублей, по-моему, или 59. По акции 100 с чем-то рублей. Еще акция гель для стирки 200 рублей. Мармеладки, мандаринчики, морковку взяла такую. Потом лучок, капусточку взяла свеженькую. Ту же я пустила на суп, и на это лимончик. Дальше яблочки взяла красные, картошка египетская, водичку, это Сереже завтра в школу, и взяла фарш из куриной грудки. Такое. Заставка классная, у меня классная. Денежки. Малыши в песочек. Пока не знаю, как они к нему отнеслись. Завтра посмотрю. Если они хоть что-то занесли вовнутрь, значит, он им зашел, понравился. Если нет, буду дальше наблюдать. Мы сейчас с Сережей ходили в Альберес. Что, пыль попала в глаза, да? Ходили в Альберес, забрали там. Я белую футболочку, просто белую, обычную. Просто она обычно белая футболка. Сереж, ну что ты рассказываешь? Я-то знаю, что я заказывал, да? Да я не просто белая. Вот. И зашли в Пятерочку, да. И... Сколько там было ценников, которые не совпадали? Два. Два ценника. И это только то, что нам надо было. Сережа хотел мороженое. Альпенгольд.
там написано, да, там и так недешево. 92 или 93, а по факту 99. Потом еще творожок тоже. Написано 27, а по факту 29. Да, на 2 рубля вроде бы, да, не так много, но сам факт, меня просто уже это добивает. И что мы сделали с ценниками? Здрасте. Да, мы их порвали. Один мы за один я просто закинула подальше. Не стала рвать. Но когда попался еще один, я просто его порвала. Потому что совесть надо хоть немного иметь. Видно, я просто вот это когда... А, я же даже не говорила. Я написала жалобу на пятерочку на нашу. О том, что продают просроченные ценники. Вот это неразбериха с ценниками. И читая жалобы других людей, я поняла, что, в принципе, это у них нормальная эта практика такая, да, с этим совсем. На улице такая чудная погода, да, Сержик? Ага. Я одела новую кофточку, которая длинная. Мы на площадке присели тут на лавочку, отдыхаем, да? Полчаса, учти, у тебя есть. Через полчаса уходим, потому что надо есть, готовить. Туда-сюда. Все, прошли будни. Нам осталось немного, а то что ты, да, Серж? Уже столько одуванчиков. Очень много одуванчиков. А можно сорвать? А? Сорвать зачем? Все идут в школу. Странно. Санюха сказала, что они учатся до 21 мая. А нам сказали, что мы учимся до 31 мая. То есть до самого конца, до победного. Илюша попил молочко, которое пропало, да? Недавно покушал маки, которым пропал биг-тест. У меня за неделю 2 отравления уже. Какой ужас, да? Ты у нас любитель потравиться. Ну, очень приятно. А теперь смек ты фасфенгель пьёшь. У меня скоро иммунитет будет, у меня вообще ничего брать не будет. Я уже 58 вешу, чтобы ты понимал. Потому что я ничего не могу есть, потому что как? Потому что надо есть нормально. Так, давай. Борщ, пожалуйста. Видишь? Я с ним по магазину хожу, просрочку проверяю, что он делает. Ты хочешь высосать вместе с пакетом, что ли? Короче. Нет, это не мусорка вообще-то. Да, ну я туда сам. Мне нужно, знаешь что? Борщ. Сыр фета, короче, с помидорками черри, и это все в макарошке. А еще что? Вот это я буду кушать. Поздравляю, кушай. Дальше. Не, ну это как назло, да? Одела я, знаешь, свою любимую кофточку новенькую, вот, которую на Валберсе заказывала. Вышла за Серегой, надо идти, блин, а я в кроссовках вообще в сеточку Nike, вот, сеточка. Я сейчас явно себя промокну. А на улице просто льет дождь, блин. Я сейчас явно буду насквозь, а мне еще надо в магазин. О, еще и молнии херачит, ладно. Надо убирать телефон. Какая ливеняк вообще. Ну вы видели, да? Даже зонт меня не спас. Я вся мокрая в хлам. Одела, думаю, одену кофточку. Ну, все кроссовки вообще. Все мокро, грязно. А таз, да? Надо сначала, чтобы они высохли, а потом я их помою. Делаем уроки. Русский. Я, видите, какую тетрадку ему делала? Вот такую купила. А все для чего? У меня есть надежда, что у него исправится почерк. Мне не нравится его почерк. И поэтому я купила вот такую разлинованную тетрадь. Здесь у него, в такой тетради у него буквы намного лучше. Ну как намного? Все равно каракули, но уже лучше. То у него прям мелкие такие, что ничего не разберешь. Сейчас хоть начал более-менее нормально. Ну, что я хочу сказать. Муравьи песочек этот не затаскивают вовнутрь. Нет его внутри. А это значит, что навряд ли он им тоже зашел. Вот здесь они тоже расчистили песок. Видите, нету песка вот здесь. Вот. Ну, это, наверное, рядом с водичкой, потому что... Мусорка там, где и была у них. Я только что просто ее почистила. Не знаю, буду дальше смотреть, конечно. Но пока вроде как никак.
Что такое? Девушка. Давай, пиши. Переписывай текст. У них сейчас тема виды текста. Чем повествование, делать? Описание и рассуждение. Ты какой вид текста сейчас переписываешь в тетрадь? Рассуждение. Рассуждение.